Хей, окей, супершумики, и мы продолжаем проходить игру под названием Мамадора 3. Так, как я помню, мы с вами... Так, хотя бы драться. Пришли сюда. Рано я вам шучу. И, как вы помните, здесь у нас моментики такие спидранерские, потому что... Легче врага обижать, чем убить. Атакуют они, так сказать, определенный... Вау-вау-вау. Определенный радиус. Да, мы сдохли, и я не понял, почему... Как, конечно, получить ненужный урон? Он ваншотит? А вот это сейчас было на самом деле не очень приятно. Потому что мне никто не сообщил о том, что они ваншотят. На самом деле лучше глаз убить, мне кажется, там. Да-да-да. Я о том же. Типа, нахер он у меня всрался? В смысле? А, привет. Я... Ты выглядишь... Удал, как кукла. Перхепс. Нихрена себе. Подожди, что это? А, специальная бомба. Отлично. А у нас тут есть охранялочка. Сейф. Она не может... Что это за какие-то дёр... Окей. Дотрагиваюсь, я ретард. А получая дэмэдж, я ретард. А как мне его перепрыгнуть? Или... Блин, знаете, на самом деле это... Ладно, давайте я... А в смысле он мне нанес урон, когда... Стоять. Это как? А. Значит, он мне больше наносит... А вот... Вот момент, когда он типа до меня дойдет уже. Я ж там никак не скроюсь от его удара. Да
Давайте смотреть. А, он отпрыгивает. Ну, типа... Блин, мне нужно как-то приугадать расстояние. Видите, я теперь не могу ни в... Ни в первой. Ну, ладно, во второй более-менее мы поняли. Вот, вот, он просто... Здесь сложно понять... Расстояние. Я вообще не понял, почему так быстро мы сюда пробежали до босса. Это ж босс. Как я могу понимать, да, это местный... Что это за... Его палка наносит меньше урона, чем он просто до меня дотронется. Как там? Ну, типа, около глаза это более такое безопасное, на самом деле, место, как я понимаю. Ой-ой-ой! То есть, подождите, а сколько он нанес мне ударом? То есть, он даже меньше, чем... Подожди, а сколько ты мне тогда нанес? Могу ли я его немножечко наебать? А сейчас мы это узнаем, ребят, на самом деле. Если я смогу это дело провернуть, я ему зайду за спину. А, то есть за спину мне не получится ему зайти. Ни в каком случае. Ну да, тогда здесь немножко сложновато будет. Он типа... Ну, расстояние это приугадать можно, на самом деле. А, два удара молота, я труп. А почему так? Тогда он у меня отнял сердце и частичку. Вот, снова же. А, то есть меня, скорее всего, шар задел, и поэтому я отлетаю. Давай, давай. Пускай будут эти предметы. Давайте попытаемся без... лишних... Не, меня шар все-таки задевает. Шар отнимает 2 хп. Он сам отнимает 2 с чем-то.
А так. А так у меня ХП будет достаточно нормальное. Типа, смотрите, здесь можно, в принципе, добегать до его рукоятки. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой. Это плохо. Ох, все. Я чисто на рискичах. На рискичах это сделал. То, что я здесь мог довольно быстро проиграть. Я тут и, оказывается, могу сдохнуть и просрать данное убийство, поэтому нахер это мне нужно, я лучше сохранюсь. А я-то еще и удивился, какого черта так быстро уровень закончился. Оказывается, я бы сейчас от вот этих парнишек сдох. А уровень-то бы никогда не закончился. Да, типа, на данной сложности. Фиг поиграешь. Ай, да, дед. Это ты та же самая демонша? Помню, я то убил. Стой, а то, что у нас тогда? Это другая как-то, да, дверь, типа? Хорошо, мы все-таки перенеслись куда-то. Hell. Save it. Во влево. Ясненько, влево у нас ничего. Пойдем вправо. Они довольно быстрые. Ага. Тех я не ваншочу, это по-любому. Которые звездочки хуярят. Окей. Черти красные ваншотятся. А, я могу их отбивать. О, вот это вот хорошо. Этого я не знал. Это я теперь буду знать. Эти черти дохера наносят мне. Сердце с половинкой цапают. Эти пускай хотя бы по половине. Нахер надо. Я буду все это дело отбивать. Что? Это только что было. Челик взрывающий? Ся? Челик взрывающий ся.
Я понял. Хуй в бомбардировщике. Это очень сложно. Вот честно, на вот этом уровне можно сгореть и сказать, идите в жопу. А я пошел дальше. Найс. Ретардс. Как вы прикажете мне вот это проходить дело? Типа, я по-любому здесь получаю урон, хорошо. Все. Я снова здесь отлетаю. Почему? А потому что. Не, можно, конечно, пройти там таким вот способом. А, там колокол был. Найс. Типа можно не спеша сразу его грохнуть. И этих мелких. Ладно, плевать. На самом деле на половинку вот этот. Ну, ладно, убивай. Плевать, пускай убивает. Сложно. Сложно. Еще FPS упал. Ладно. Хорошо. А сейчас отобью эти. Побегу вместе с этим. Ах ты ж, ё-моё. Тихо, тихо, сейф. А-а-а, всё-таки задамажил. Ладно, плевать. Ладно, я его достать не могу. А у меня нет, зато я могу его вот так бить. Сложно. Я понял. Лучше пускать звездочки меня лупасили, чем тот, который мелкий. Я за табличкой схожу, посмотрю, что она дает. Мантра. Центр репав. Ясно. Сразу двое отлетели. Плевать, пробегаем. Ну, типа, их обратно пуляю во врагов. Типа я могу вот так делать, поняли? И все. Типа довольно легко на самом деле. Ага, круто. Сейчас бы я мог попасть такую в жопу, да, наверное, передрягу. Там их, наверное, было бы трое. Мелких вот этих. Да. Не включай шипы. Сейф.
Сейф. То теперь? Так мы с тобой уже дрались. Все? А, так я мог и вниз прыгать. Сейчас такой бац еще, знаете. Так, мне сейчас херня в том. Они довольно сильные сыкухи, я посмотрю. Тогда я лучше не буду рисковать. Потому что взрывом меня то могут кокнуть. Взрывы могут меня кокнуть. О! Окей. Я убью, значит, я буду осторожно, потому что после босса... После босса. Лезть на эту всю херню опасно. Серьезно, босс? Сейф хотя бы. Фу, спасибо. Положите, тут что, сразу три босса? Так, слушайте, а не сильно ли это? Ох, май. А white цай. Это ж... Подожди, я тебя тогда не убил? На самом деле, мне неудобно на S сжать, если бы я мог переставить кнопки. Я бы так закликивал. Потому что я ж любитель игры кликера играть. Оп, бежим. Хорошо. Взрыв. Клычок. Она заряжается. Вау, 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 вау. Я помню в той части тоже эту фигню. А, ну, хотя бы не так уж много хп. Ладно.
То есть мне желательно сохранить до этой фазы хпшку. Ну, если сравнивать с той частью, у нас хотя бы было сердечек до хера. По сравнению с этим. Ну, а здесь, в принципе, всего лишь 3 атаки. 4 атаки. Я как раз уже в одну попал из них. Давай тихо бежать. Тихо. Успею. Успел. Так, здесь я не успел, ладно. Короче, я понял. Ай, одна тычка. Все? Да ладно. Да ладно. Это еще не все. 3-я фаза. Чё-то мне такое чувство, что это финал. Ну, слышите, так это не так уж легко. Мне тогда нужно жить довольно долго. Такое. Ах, ты, зараза, она нанесла... Она сразу меня атаковала на одном и том же месте. Пиздец. Ладно, это... По полсердца отнимает. Я ж не знал. То, что она может, типа, с одного и того же места атаковать. Походу, у нас одна серия осталась. А можно как-то быстрее, типа, данную беседу закончить? Ух ты ж, ё-моё. Ой, я забыл! Бежим. Сука, какая же тварь. Мне бы хотя бы 3-ю фазу понять ее.
Окей. Третья фаза начинается с косой. То есть мне желательно не останавливаться, а сразу бегать. Получается, осколок довольно много наносит. Ее атаки, ну, по пол сердца. То есть мне желательно на этой фазе, на первой, вообще не касаться ничего. То есть желательно просто сейчас сделать 10 ударов. А, ну все, я проиграл. Типа я могу в нее входить. И это неплохо. Давай! Да ебашил. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тихо. Дальше. Отходим, проходим. Хорошо. Типа, видите, как работает ее эта атака? Мы можем просто бегать туда-сюда, да и все. И, типа, она... бьет. А потом не бьет. Ладно, на третьей фазе... там тоже так себе. И ты тупая девчонка. Я не прощу тебя за это. Знаете, вот мне интересно, типа, она не простит нас за это. Скорее всего, мы ее встречаем это в четвертой части, да? Когда что? О. I'm so dead. Что-то ты, она мертва или я умерла. Say was she on evil person. Типа, то есть, ее злая персона, ее злая часть. Хорошо, ты не world, мир. I can feel. Я должна заполнить эту дан сейчас. Еще план, плевать. Home. Я отправлю тебя домой. Сказать честно, вот я смотрел еще по карте, ну как, по битве с боссами, да? Ну типа вообще Мамадора я же начал смотреть с не четвертой части, да, как мы начали проходить, а с третьей части именно боссов, битва с боссами. И по идее тут еще должен быть босс огромный шаман, против которого я должен драться, когда он, так сказать, летает, пуляет в нас шары. Ну, скорее всего, когда он летает и пуляет в нас шары, это у нас легкая версия, скорее всего, за ту девчонку. Но в нашем случае у нас с вами на харде, где нас убивают с двух тычек, это жопа.
Я на самом деле думал еще на первой серии, типа, нахер это мне надо. Я лучше начну за изи, типа, с 5 сердец. Ну, как вы видите, у нас довольно хорошо все вышло. Я еще рассчитывал, что у нас выйдет где-то, ну, еще на 2 серии, то есть, включая и эту. Но что-то пошло не так. И у нас всего лишь... эта серия вышла. Одна. Всего это получается у нас в плейлисте их 3. Так получается. Давайте посмотрим на врагов. Prime Dory, Рыба, Пыш, Алка, Полка, Дакрок, Демон. Вот он, за него я вам говорил. Хайгок. За Хайгока. А это Риэл. Походу тут две, типа, два босса. Настоящий босс, это эта тёлка. 87%, подождите. Всё же играть. А 87%, значит, да, где-то я ещё босса одного не грохнул. Спасибо, что играли. Ну что, давайте я... Jump, S-Attack. About it. Yes. Game save it. А смысл... А подождите, а помните, какая это была у нас локация, где у нас этот был? С ядом. Я хочу... отправиться там, где у нас был яд. Ну, в принципе, да, у нас... две концовочки вышло. Сейчас, подождите, могу я юзать телепорт? Нихера, нихера. Все-таки просран момент. Поэтому, ладненько. Давайте на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и продолжим в других играх. Поэтому всем пока.